Уважаемые обладатели пенсионных прав и накоплений, с прискорбием вынуждены вам сообщить, что вы выбрали не тот пенсионный фонд и не ту страну. Чтобы страна процветала, нужно провести две социальные реформы: поднять пенсионный возраст до 80 лет, сократить срок беременности до 2 месяцев. Вот в Японии раньше стариков относили на гору и там оставляли умирать. Господин Кудрин, а другие предложения по пенсионному фонду будут? На всероссийском референдуме увеличение пенсионного возраста до 80 лет поддержали 89% граждан. А как звучал вопрос: в 80 лет вы хотели бы умереть или выйти на пенсию? Открыт самый главный секрет повышения пенсионного возраста. Нынешние пенсионеры невыгодны нынешней власти даже не тем, что на них приходится тратить часть денег пенсионного бюджета, который явно не для этих целей предназначался. Дело в другом. Нынешние пенсионеры еще отлично помнят, как и откуда появилась нынешняя власть. Благодарностью награждается Пушкин 37 лет, Лермонтов 26, Левитан 39, Ильф Петров 39, Маяковский 36, Есенин 30, Высоцкий 42, Цой 28 за верное понимание и беспрекословное исполнение указов правительства России. Живи быстро, умри молодым, сэкономь бюджет. Слышал, что на карточную систему МИР хотят перевести пенсионеров. Что ж, выражение «пустить по миру» обретает еще одно значение. А вот шикарная шутка. Господа, давайте объединимся и отомстим государству долголетием на пенсии.